Здравствуйте, друзья! За автомобилями марки Toyota сложилась репутация достаточно надежных авто. Эта репутация особенно хорошо просматривается на вторичном рынке. Машины Toyota дешевеют медленнее конкурентов. Наш подопечный Land Cruiser Prado не исключение. Попробуем разобраться в его сильных и слабых сторонах. Главный козырь Prado 2000-х годов – это сочетание прочности, комфорта на шоссе и высоких внедорожных качеств. По факту мы видим хорошего проходимца, бизнес-класса, традиционной для настоящей Toyota надежности, качественной отделкой салона и удобной посадкой. Готовность к преодолению бездорожья заложена в нем генетически. Большие входы подвески, постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала. Темноблокирующийся дифференциал полученного трения был установлен задним мостом уже в базовой версии, а по заказу могла устанавливаться принудительная блокировка. Такие экземпляры на вторичном рынке достаточно редки, и при их покупке к диагностике надо подходить особенно тщательно. Скорее всего, машина много использовалась по прямому назначению. При этом тип дифференциала можно определить по официальному каталогу запчастей. Их полезно в электронике помимо АБС и активной антипробуксовочной системы, АТРС, паре системы курсовой устойчивости, была и система помощи при спуске горы. Для тех лет редкая опция. На шоссе не стоит ждать от Prado какой-то управляемости, как нищебана с дорожным просветом 120 мм. Зависимая задняя подвеска, неразрезной балкой и высокий центр тяжести постоянно напоминает о себе, хотя позволяют долго передвигаться по жесткому бездорожью. Свою лепту в снижение управляемости вносят и высокопрофильные шины. Немного лучше ситуация на версиях задней пневмоподвески. Изменение клиренса и жесткости амортизирующих элементов позволяют лучше контролировать машину на высокой скорости. Но в этом случае целесообразнее не доводить до критических режимов, а просто выбирать самый комфортный режим езды. Еще одна польза от такой опции – возможность увеличения угла съезда, причем поднятие кузова на 4 см относительно земли. Но при этом надо помнить, что непосредственно клиренс от этого не изменится, так как задан жестким расстоянием от земли до редуктора заднего моста. В салоне, как уже упоминалось ранее, эргономика оказалась на высоте. По сравнению с самыми известными конкурентами Pajero, Prado ощутимо просторнее. Секрет прост. Для рамного внедорожника здесь очень низкий уровень пола, что позволило инженерам увеличить дверные проемы, так что владельцы авто не испачкают ноги при посадке или высадке. А диапазон регулировок рулевой колонки и водительского сидения вполне достаточно, даже для людей нашего антропологического типа. Ведь не секрет, что многие недолюбливают японские автомобили именно из-за компоновки водительского рабочего места под невысоких азиатов. Задний ряд сидений оснащен возможностью регулировки наклона спинки и при необходимости складывается в ровный пол, пригодный для ночлега даже в короткой трехдверной версии. В полноразмерной 7-местной версии на задних откидных сиденьях будет удобно детям, которые еще и обрадуются хорошему обзору, а вот взрослых на эти места лучше не сажать или сажать только в кратковременной поездке. Двигатели. Основных моторов для Prado было три. Два бензиновых 4.0 2.7 и дизельный 3-литровый агрегат с турбонаддувом. Все моторы показали себя достаточно надежными и вполне достойными марки. Но при длительной эксплуатации все же надо отметить несколько нюансов. Топовый мотор 6-цилиндровый V-образный бензиновый. Рабочий объем 4 литра и мощностью 249 лошадиных сил. Благодаря большому объему и запасу мощности показался как самый долговечный и беспроблемный агрегат. Более простой 4-цилиндровый двигатель мощностью 163 лошадиные силы также показался весьма надежным, но общий ресурс у него в среднем неизбежно ниже, так как он тоже слабоват для такой тяжелой машины, и для обеспечения приемлемых динамических качеств водитель вынужден крутить его больше. Ресурс топливной аппаратуры напрямую зависит от качества и чистоты применяемого бензина. При регулярной заправке на АЗС солидных брендов форсунки легко выхаживают до 300 тысяч километров. Узел погруженного бензонасоса с фильтром живет около 200 тысяч километров. Причем для ревизии необходимо снимать топливный бак, поэтому рекомендуется сразу заменить весь модуль в сборе. Водяной насос системы охлаждения требует, как правило, замены на рубеже 180-200 тысяч километров пробега. Навесное электрооборудование, стартер, генератор, компрессор, кондиционера требуют промежуточного ремонта в районе 250-300 тысяч километров, но при условии, что в них не попадала грязь или вода. Все эти цифры достаточно типичны для тойотовских силовых агрегатов вообще, и Prado не стал исключением. А оценка состояния этих узлов косвенно может помочь определить реальный пробег самого автомобиля. А вот с дизельным проблем оказалось куда больше. Его мощность в процессе модернизации подняли. Было 163 лошадей, потом подняли до 173 лошадей. Но основные родовые болячки при этом остались неизменными. Первое слабое звено – это ременной привод ГРМ. Ресурс форсунок от НВД в среднем составляет под 200 тысяч километров. Стоимость задней каждой форсунки около 25 тысяч рублей. А за ремонт насоса высокого давления могут запросить все 8. Помимо этих силовых агрегатов встречаются Prado с бензиновыми. Кроме того, на машинах с юго-восточных рынков попадаются совсем слабые для Prado дизельные двигатели. Их лучше обходить стороной и не соблазняться низкой ценой. Отдельно хочется остановиться на выборе силового агрегата. Несмотря на то, что характеристики 3-литрового турбодизеля выглядят очень завлекательно, даже на фоне его бензинового коллеги 4.0, при выборе подержанного экземпляра с пробегом 250 тысяч километров стоит хорошо подумать.
Преимущество дизельного двигателя в полной мере ощутит разве что владелец свежего авто, а на долю следующих выпадает риск обрыва ремня ГРМ. Дорогостоящие ремонты систем турбонаддува и топливной аппаратуры то напрочь может перечеркнуть экономическую выгоду от эксплуатации дизельного двигателя. Дизель не экономит вам деньги, он просто дает их взаймы. Для фанатов внедорожных приключений дизельный выбор очевиден. В любом случае, огромный крутящий момент при низах там жизненно необходим. А для повседневного применения Прадо вполне можно рассмотреть более скромный вариант с бензином 2.7. Благо, его содержание при удачном выборе будет обходиться ощутимо дешевле. С коробками передач, как механическими, так и традиционными гидроавтоматами, проблем практически нет, при условии регулярной замены масла. Рекомендуется это делать через 100 тысяч километров. Даже на самых старых экземплярах из 2002-2003 годов выпуска случаи поломок единичны. В 2005 году при очередном рестайлинге четырехступенчатый автомат был заменен на пятиступенчатый. В раздаточной коробке проблемы может заставить электропривод блокировки межсевого дифференциала. И вновь по причине использования в нем пластиковых деталей. Цена нового узла в сборе может достигать 25 тысяч рублей. Но умельцы научились восстанавливать этот узел по сходной цене. Сальники агрегатов трансмиссии, пыльники шлюзов, подшипники стоят при эксплуатации на шоссе легко выхаживают до 200-250 тысяч километров. Аналогичный ресурс имеет и прочие детали подвески, рычаги, шаровые опоры, рулевые тяги, стойки амортизаторов. Даже детали стабилизатора поперечной устойчивости способны продержаться до 150 тысяч. Традиционно более слабым местом у Toyota является узел рулевого вала. Его соединения могут обозначить ощутимый люфт, хотя чаще это происходит после 7-8 лет эксплуатации. Видимо, высыхает смазка в подвижных соединениях. Еще одна жертва возраста – тормозные механизмы. Если вы испытываете проблемы с эффективностью торможения, в первую очередь необходимо проверить подвижность поршней в тормозных цилиндрах и направляющих пальцев в суппортах. От коррозии поршней можно спастись с регулярной заменой тормозной жидкости. У машин старше 6 лет рекомендуется делать это каждый год, а сами суппорты осматривать и обслуживать при замене колодок. Возможно, закисание тросов стояночного тормоза, также пережиток времени. Сама замена не сложна, стоимость работы и деталей не превышает 2-3 тысячи рублей. Отдельно стоит отметить вопрос эксплуатации пневмоподвески. Сами пневмоподушки, в отличие от изделий именитых немецких конкурентов, обладают ресурсом по 200-250 тысяч километров и требуют постоянного внимания, поскольку при потере герметичности насос и их подтяжки начинают работать постоянно и быстро выходят из строя. На продолжительную работу он не рассчитан. Чуть больше проблем доставит проводка к датчику положения кузова и амортизатора. В первом случае датчик придется, скорее всего, менять. Обойдется он в 20-25 тысяч рублей за оригинальную деталь. По кузову характерные проблемы доставляют только экземпляры с запасным колесом на задней двери. Она получилась слишком тяжелой, ее петли сдаются раньше задуманного конструкторами времени. Ничем страшным такой дефект не грозит, но если скрипы от задней двери раздражают, это лучше поменять. На экземплярах, предназначенных для эксплуатации в жарком сухом климате, как уже отмечалось из-за отсутствия дополнительной антикоррозийной защиты, могут быть проблемы с коррозией днища и рамы. В зоне риска также ничем не защищенные трубопроводы, система кондиционирования задней части салона. Не забудьте о номере на раме, крайне желательно защитить его дополнительно, не дожидаясь развития коррозии. Лакокрасочное покрытие обладает высокой прочностью, а естественное потемнение фар и хромированных декоративных элементов в наших условиях просто неизбежно. На этом список характерных проблем Land Cruiser Prado в целом можно закрыть. Другие поломки вызваны или очень большим пробегом машин, или повреждением в ДТП. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.